Сдать в срок. В Чебоксарах полным ходом идет строительство 3 детских садов. В микрорайонах Ольгешево, Новый Город и Радужный. Все работы идут согласно графику. Сроки сдачи объектов – май этого года. В ближайшее время строящиеся здания должны пройти государственную экспертизу. Первые два объекта в июне, можно будет открывать, потому что у них более высокая степень готовности. По детскому саду «Роза Люксембург», в связи с тем, что финансирование 2016 года было недостаточным, то есть определенная задержка в строительстве данного объекта. Мы в целом в июне планируем завершить общестроительные работы. Детей принимать начнут в июле-августе. Благодаря этому места в детских садах смогут получить еще 500 человек.